Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп, наш видеоканал. Сегодня посмотрим такой аксессуар для лодок ПВХ, как складное сиденье, которое устанавливается на банк. Сейчас посмотрим, что из себя это кресло представляет, посмотрим, как оно крепится и какие у него комплектующие. Кресло у нас, как видите, выполнено, верхняя спинка из пластика, форма достаточно удобная, чтобы в ней сидели. Вот, кресло легко складывается и раскладывается. В задней части у нас здесь есть два упора приваренные, вот, которые помогут зафиксировать это сиденье в разложенном состоянии. Снизу у нас получается что? Снизу у нас есть деревянная основа вращающаяся. Да, не скажу, что здесь, конечно, там стоят подшипники. Для интереса, кстати, можем сейчас посмотреть, из чего у нас, какие у нас. Хочу в процессе сказать, что каркас кресла выполнен из стальной трубы, покрашенной порошковой краской. Все крепежи у нас оцинкованные. А, в принципе, вот и вся конструкция. Как видите, с этой стороны у нас просто проваренная плашка, а с обратной стороны, если посмотреть повнимательнее, там просто гайка, которая затягивает этот большой и толстый болт. То есть ничего сложного, как говорится, чем проще, тем надежнее. Теперь посмотрим, как вся эта конструкция у нас устанавливается на сиденье. Кресло устанавливается на сиденье. В принципе, оно устанавливается достаточно просто. Вот. Здесь у нас в комплектации тут 4 барашка и 2 флажки. Вот. То есть, соответственно, барашек. Как оно все-таки у нас устанавливается? У всех лодок есть сиденье. Вот, на них или накладки идут. Вот, в данном случае, если устанавливать без накладок, вот, то у нас получается сиденье зажимается между креплениями. Вот, расстояние максимальное у нас получается от барашка 19 сантиметров. То есть, если банка 18 сантиметров, от 18, минимальное расстояние у нас 16 сантиметров, то есть банка шириной 16 до 18 сантиметров сюда прекрасно подойдет. Вот. То есть устанавливаем сюда и зажимаем уже барашками со всех сторон. Кресло будет держаться надежно и никуда у вас не выскочит. Вот. Теперь что касается размеров. Вот. Ширина сиденья у нас получается 46 сантиметров, глубина сиденья у нас получается 38 сантиметров, это я замеряю только пластик, который идет, ширина спинки у нас все те же 46 сантиметров, высота спинки получается 43 сантиметра. В сложном состоянии у нас кресло, ну, естественно, 46 сантиметров получается высота. Высота 20, это здесь. А, стоп. Высота даже не 20 у нас. Если замерять от самого крепления, от нижнего, то у нас там получается 16 сантиметров высота. Вот такая. И по глубине у нас все те же 46 сантиметров. Как видим, конструкция максимально простая, без всяких наворотов этих. Ну и, соответственно, цена вот такого кресла намного ниже, чем у кресел другого производителя. Конструкция простая, достаточно устойчивая и прочная. Интернет-магазин Тукэмп. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш видеоканал. Рекомендуем.